They hear me coming through, crystal clear, something new. Blagger's got some shit to do, catching up with the... Even when you feel low, you can still go. Ой, этот тип пробежал. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Never answer to no, I still go. Стой. Go, 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 go. Ну как использовать-то, ё-моё? Да ёб твою! Ну и как? Он стоит и ждёт. Это бот? Нет, это не бот. Да ебать-то что это? Не, в него столько Я за стенкой, алло. Ну что, всем доброго времени суток, на связи Жаркий Плейс. И сегодня у нас обзор, первое прохождение Таркова и всего остального. Очень хотел снять вам это, потому что ну не зря же я купил Тарков и все дела. Потратил 1600 рублей, вроде, если не ошибаюсь, по скидке или меньше даже. Ну, короче, в районе 1500 вышло. Хотел вернуть деньги за эту игру, не получилось, поэтому как бы будем проходить. У вас, наверное, ролик называется там что-то типа первого прохождения там или первой игры. Но нет, я напиздел. Потому что я уже играл 2 часа где-то. Так, зайдем с вами в персонажа. Общее, вот, все, что я наиграл. Сейчас сбегал одну катку за Дикого. Чтобы посмотреть на записи, будет лагать или нет. Нет, не лагало. Я вам покажу вставку, как это произошло и как меня вообще убили и все остальное. Что это было? Это не я говорил. Это говорил не я. Ну и как это понимать? Я не знаю, кто это. Я хочу хотя бы кого-нибудь убить. Убил. Вот, значит, все вот, все, что я сделал, все мои убийства и все остальное, отыграл 5 рейдов. Это был 6-й, получается. Да, 8 убийств всего. За Дикого, нет? Общая ЧВК недоступна в бета-версии. Спасибо. Спасибо. Вот за что я деньги отдал. Значит, посливал я все. У меня инвентарь пустой. Чтобы дальше расширить, нужно докупить еще версию, а потом еще версию и еще версию, чтобы расширяться. Мне это не нужно, не хочу. Здоровье, по здоровью, все восстановилось, пока я вот сбегал рейд. По умениям, не знаю, что здесь и как. Карта. Пусто, задачи пусто. Оперативные задачи тоже пусто. Заходим к вещи. Вещь, значит, да. Значит, что мне хотелось бы отметить с самого начала. То есть, пока я собирался в рейд, зашел к торговцу, не помню, по-моему, к скупщику или к лыжнику. К скупщику и заходил. Значит, хотел купить шлем и не понимал, как. То есть, ну, здесь механика это сделана очень глупо. Как по мне. Тарковчане могут сказать по-другому, я считаю, что это глупое решение. То есть, у меня было вот так вот. Так, сейчас другое выберем. Вот, было вот так вот. Я только перенес деньги. Нажал кнопку заполнить товары. Нажимаю, думаю, ничего не происходит. А сверху вот здесь, вот, я думаю, вам видно. По рукам написано. Я думал, это просто надпись, просто плашка. Ну, я и не обращал внимания на нее. Прочитал, да прочитал. А оказывается, эта кнопка нужна для того, чтобы купить товар, купить предмет. Я думаю, ё-моё, как так-то? Почему нельзя было выделить ее? Вот как она выделена, пускай она и будет так выделена. И потом, ну, обозначение какое-то сделайте, что нажми сюда,
Типа, галочку здесь поставьте, еще что-нибудь. Но это глупо, как по мне. Глупое решение. Продать. Продавать я, по-моему, ничего не продавал. Ну, давай петуха продадим. Очистить стол. Нет? Нельзя? Вот как продать? Вот как продать? А, ну по рукам опять. Вот я вообще не обращаю на это внимания. Вот вы поняли как? Вот, по рукам. Все, продали. Не знаю, надо было ему продавать или нет, но, мне кажется, отношения с ним улучшатся. Не знаю. Изучать у нас, значит, предметы нужно на колесико. На колесико изучили, и так нужно с каждым предметом. То есть вот все, что здесь есть, это все я уже вот так вот тыкал на колесико на это, и все это изучил. Что-то вот даже пропустил, недоизучал. Но я еще изучал это месяца два назад. Потому что я тогда вот сбегал 5 каток, и все, и больше не заходил в Тарков. Что еще мне бы хотелось отметить? Очень глупо, как по мне, очень муторно сделана покупка предметов и всего остального. То есть нужно именно зайти к торговцу и купить. Нельзя нажать просто, вот, допустим, лицо. Нажимаешь на лицо, то есть у тебя сразу выбор предметов, которые ты можешь либо со склада одеть, либо купить сразу у торговца напрямую. Нужно именно зайти к торговцу, именно к определенному. Где, кстати, я уже, вот, торговец снизу. Тоже интерфейс такой, не знаю, типа привыкнуть можно ко всему, но я пока не привык. Заходим, допустим, к прапору. Вот я хочу купить калаш. Вот калаш, типа, выбираю. Хочу купить медикаменты, захожу к терапевту. Типа, нужно вот так вот на каждого торговца и все остальное. А если ты хочешь купить там что-то определенное и не знаешь, у какого это торговца продается, тебе нужно зайти на каждого. На каждого торговца и посмотреть, что у него есть. Ну, такое себе. Такая себе механика. Мне не нравится. Мне, это сугубо мое мнение, мне не нравится. Давайте броник, кстати, купим. Я не знаю, плохой он, хороший. Мне пофигу, я пришел изучать игру. По рукам. Спасибо, чека не надо. Купили. Купили, значит. Есть как-то барахолка, я так понимаю, это черный рынок. Да? Да. Ну, то есть Lost Light это черный рынок, здесь это барахолка. Барахолка. Что еще? Сообщения были. Были сообщения от разработчиков, я так понимаю. Типа, получить все я нажимаю, не могу, потому что дата уже прошлая, все истекло. Дальше, категории, предметы, другие. Это, то есть, я могу... Что я могу? Прочитать, что это за предмет. Круто. Спасибо. Мне же вот делать нечего, я зашел в игру, блядь, почитать предметы. Чтобы это все изучить, вы понимаете, сколько это времени нужно, чтобы каждый предмет вот изучить, прочитать, понять, для чего он нужен. Тоже слишком много информации, слишком перегружено. Вы не подумайте, что я хейч или что-то еще. Я просто высказываю свое мнение, почему мне не нравится и почему я не играл в Тарков после того, как запустил его 2 часа, наиграл и вышел оттуда. Причина тому и была еще вина, что на тот момент очень долго искали скатки. Очень долго искали скатки, загрузка была долгой, все было очень долго, людей было мало, было скучно, было неинтересно. Не знаю, как сейчас, надеюсь, это исправили, а может это прикол Таркова такой, не знаю. Поэтому сейчас бегаем, посмотрим. Это порядок хочу навести. Я вот что-то не знаю. Почему нельзя оружие вот просто взять и перевернуть? Типа вот я навожу, почему оно не переворачивается? Тоже такое себе. Это, ну, мне не нравится такая механика. Почему повернуть нельзя? Где поворот? Типа как? Мне нажать нужно какую-то определенную кнопку Alt через Ctrl там. Во. Короче, хз. Пойдем опять сбегаем за кого? Побег из Таркова. Нажимаем, выбираем. А, за дикого я не могу. 21 минута. Кайф, кайф. Ну давайте сбегаем на этот, на завод. Типа, самая стандартная локация же, да? Я так понимаю. Текущие погодные условия. Как-то можно время суток сменить? А, выберите время суток. Вот. 3 дня, либо 3 ночи. 3 дня. Ночь не хочу. Хочу днем. Тренировочный режим для этого рейда. Ботов добавят. Я не хочу. Я хочу с типами посмотреть сразу, что и как. Давай далее. Что это? Готовьтесь к побегу. Я готов. Страховать? Да зачем? У меня все равно все спиздит. Что, я не знаю, что ли? Далее. Вот, значит, да, это кто есть. Кто есть в поиске группы. То есть я могу в группу вступить. Интересно. Давай, готов. Посмотрим, сколько будет искаться катка за ЧВК. Загрузка карты пошла. Хотя прошло 7 секунд. 8. Но я так понимаю, это просто загрузка карты. Это не сама катка нашлась. Сейчас загрузится еще лут, загрузится текстуры и все остальное. Окей. Подождем, посмотрим. Поиск игры пошел. Нет, я ошибся. Значит, исправили эту фигню, которая меня не устроила вообще. Вообще не понравилось мне. Зачем ты рожок снял назад? Ставь. Как криворуки. Так, прошло уже почти 30 секунд. Давайте пока посмотрим, что нам здесь пишут. Расширенное боевое управление.
которую я не могу посмотреть из-за того, что у меня здесь завод светится. Что за прикол? Забагалось. Баг. Нормально. Сколько игра в разработке? Загрузка лута. Вот. Нет, не исправили. Все так и есть. Но мне кажется, это правильное решение, чтобы в катке ничего не тупило. Я думаю, что разработчикам Lost Light нужно тоже задуматься над этим. Возможно, сделать такую же механику по загрузке лута. Чтобы не было просадок и всего остального. Пинг показывает 166 почему-то. Это потеря соединения, видимо, идет. Или что, я не понимаю. Ожидание игроков. Кто-то не подключился еще. Что это, можно как-то вот справа, видите? Я думаю, видите. Что это, потеря пакетов? У меня с интернетом все хорошо. Странно. Ожидание игроков. То есть мы ждем, пока какой-то там Ванечка загрузится со своего ведра, чтобы быть с ним в равных условиях. Круто. Дикие рейдеры нам говорят, что это такое. То есть, в принципе, обучение какое-то есть. Окей. Регулировка скорости ходьбы. То есть я могу прибавить, да, как это, как спидометр у меня там будет, интересно? Шаговый выступ влево-вправо. Да мне кажется, ну это, здесь это не нужно. Ты же заходишь сюда пофайтиться, побегать. А не, типа, ну там, блядь, сделать шаг назад, чтобы потом сделать два вперед. Не знаю, бред. И у типа проваливается через текстуру не рукоятка, а как она, правильно? Кто там военный, напишите. Вот, видите, провалилась опять текстуру в него. Это прикольно? Блять, а вот теперь мне интересно, тарковчане, как вы мне это все, типа, ну, скажете, опишите. Я зашел в вашу игру, на ваше поле, посмотреть, как у вас здесь, то есть с графикой и со всем остальным. И вижу уже столько нелогичных моментов, столько всего. А вы там сидите и говном поливаете Lost Light, которую делают 3,5 китайцы. Очень интересно. Тем временем, ожидание игроков уже 3 минуты 43 секунды. Поиск точно такой же, а... Вы плачете там в лоу-слайте, что поиск долгий. Да у вас так же. Ищет и ищет. Приготовьтесь. Готов. Что нажать? Куда тыкнуть? Меня смущает справа вот эта вот фишка. 4%, 7%. Я так понимаю, пинг. Ну ладно. Знаю я один выход с этого. С локации. Да, я пингую. Я пингую. Крутяк. Играю на СНГ сервере. Здравствуй, пинг. Вот, вы видите, как он наклоняется долго? В жизни он не будет так наклоняться. Где ваш реализм? Ну, графика... Окей, прикольная. Типа, тут поработали. Прям хорошо поработали. Чё, блядь? Поднимись ты. Выбить, открыть. Во, на колесико. Прошлой каткой я не понял, как открывать дверь. Мог только выбить ее, она не выбивалась. Я думаю, ну ладно. Выход, кстати, здесь есть, да, если не ошибаюсь? Потому что я вам и сказал, что я знаю, где один выход. И он вроде бы здесь. Открыть. Это какая-то та же. Кстати, сейф. Я могу же его открыть? Поиск. Давай. Чё? Чё нашел? Рассказывай. Это чё? Дневник. Часы давай заберем. Пофигу. Рубли. Давай. Еще рубли. Пойдет. Косарь налутали. Комп. Могу? Опа. Я чувствую, как я пингую. Я нажимаю действие, и он у меня не это, не идет. Какой выбес? Ладно, работает спецназ. Спалились, правда, конкретно. Были где-то выстрелы. Что-то где-то было. Куда-то все это... Куда это все пропало? Один минус. Это боты, я так понимаю. Давай наверх поднимемся. Сверху поработаем. Кого ты видишь? Я не вижу. Минус. Минус. Но это боты, я так понимаю. А где этот самый разговорчивый бот, мне интересно?
Так, патроны, как посмотреть? Alt, T. Около половины. Понял. Да, вот уже выучил Alt, T. Это я вот пока загружался в той катке, в прошлой. Почитал немножко управление, вообще поизучал. Поизучал, прикольно. Звук такой появился. Интересный. А, зеленая вот эта вот штука, это что, это выход или что? Не понимаю. Давай залутаем. Это боты были по-любому, да? Ну да. На ремне могу положить в рюкзак? Нет почему-то. Изучить. На лице у него что-то. Давай оденем. На меня это как-то повлияет? Вроде бы нет. Увидел. Хороший вы, блядь, человек. Пойдем наверх. Сдохни, тварь! Полутались и хватит. В другой раз давайте. Я знаю, что в игре есть боссы. По типу там Акеллы. Иди, идиот, Акел. Трахать тебя и всю семью, говно собачье. Чем меня оскорбляешь? Игра явно не для детей. Тоже больше для мужиков. Я не думаю, что кому-то нравится, когда его оскорбляют. Вон он, сука! Это дикий или нет? Или это чевик? Чевика. Давай спустимся, что в упор его заберем. И что, лохи что ли, лошары? Ладно. Не спустимся, походу. Так, еще раз, сколько у меня? Около половины патрон? Альте. Ну да, да, да. Патрон 10, наверное. Может, меньше. Ну это чел, вроде бы. Да вот он! Ебать. Перезарядись. Заклинило? Что за херня, почему перезарядиться не могу? Я... Ctrl T нажимаю, Alt T нажимаю. А-а-а. Перезарядка. Вот так, не? Невозможно найти заряженный магазин. Вот! Заряженный. Ты чё? Снять, разрядить. Интересно, до скольки сегодня скупщика? Установить. Правый похоронный, правый похоронный. Долго, долго, долго. Использовать. А быстрее. По запаху нашел меня. Давай, чем удивишь? Давай, это заберем сюда. Это сюда. Глаза. Давай, глаза. Тоже защита какая-то. О, быстрее. Изучить. Пойдет. Не знаю, что это. Маска какая-то. Тихо ты, тихо. Не разговаривай так со мной. Ты что там, бля, вопишь, упырь? Да я вообще молчу. Нахер? Сука. Зачем меня оскорблять? Пиздец, мрак ебаный. Ай, понятно. Полон, полный магаз. Вон он, сука. У меня кровотечение или что? Вон он, блять, вон он, ебашь его. Из себя ебаш. Ща, отхиляюсь, пиздец. Вазелин, давай вазелин. Перед боем жопу намажем сейчас. Я не знаю, как это мне поможет. Куда он зашкерился? Кто это? Кто разговаривает? У тебя есть аптека, братан? Нету? Блин. Блин-блински. Очки какие-то, кепка. Хрень какая-то. Как отхиляться? Да вот, вот. Чего? Ладно. Мне кажется, знаете, вот у этого вот была аптека. Он выглядит прям бодро. Ты куда пошел? Да я никуда, я. Ах ты ебагло!
меня отпиздили. Я так понимаю, это боты были. Мне интересно, хоть одного ЧВК забрал или что-нибудь такое, типа там кого-нибудь. Далее. Бир. Игрок. Борька Повидло, Игорян Чукча. Фракция. Двух диких забрал, я так понимаю, это боты были. И двух биров, типа. Двух типов. Интересно. Интересно. Будем задрачивать с вами по ходу завод. Будем изучать. Очки здоровья, вылечить, восстановить. 0 рублей, применить. Спасибо. Далее. Еще не понимаю, как хиляться. Видимо, какие-то хилки топовые нужны. Типа на кровотек, остановку и все такое. Часы какие-то я свистнул. Роликсы. Да, роллер. Роллер часы. Я как знал. Могу приблизить, могу отдалить. Прикольно, окей. Не успел магазы зацепить, патроны и все остальное. Аптека, какое-то говно полное. Я думаю, в карман ее можно. Нет, нельзя. Нельзя. Ладно, это защитный кейс, его ничего не пропадает. Хорошо. Я думаю, можно взять пистолет, попробовать с пистолетом залететь. Без брони, без всего, по хардкору зайдем. У нас же игра про хардкор. И вот магазик можно, не могу. Так, а в карманы могу? Могу. Я думаю, двух магазов мне хватит. Как раз рюкзак какого-нибудь залутаем и все остальное. Так, пойдем дальше задрачивать нашу локацию. А ты пока мне напиши в комментарии, нужно тебе продолжение или нет. И вообще интересно тебе или нет. Может быть, вы меня чему-то научите. Я у вас научусь, вы мне подскажете. Может, будет интересно, круто, весело. Не знаю, посмотрим. А мы отправляемся дальше. Откуда он сейчас магаз достал, блядь, из трусов? А вот мы и в катке. Нет, у меня аптека есть одна. Автомобильная. Кстати. Автомобильная или нет? Да. Уже стрельба. Я как дурак буду в прицеле ходить, потому что я ссыкло. Там уже кто-то кого-то оскорбляет. Я по тихой грусти пойду своим путем. Интересно, на какую кнопку микрофон? Или он у меня всегда включен? АФК встал, вообще пофигу. Голосовой чат К. К. Блять, R нажал. Но на К неудобно. Эй, мужик, здорово, здорово. Вот и поговорили. Нормально. У меня опять кровотек. И все остальное. Там кого-то избивают. Пистолет с глушителем, рюкзака не было. Ну пиздец. Пойдем дальше. В общем, среднее время загрузки в катку это 3 минуты. Я появился в подземке какой-то. Не понять. Так, включить. Включили. Не будем. Пока не будем. Что у меня есть? Ничего хорошего у меня нету. Давай лутать. Проводим обыск. H2O какое-то пускай будет. Что это? Мел? Мед? Что это? Надо смотреть. Медицинские инструменты. Так понимаю, для того, чтобы сшивать себя. Ой, это я сумку закрыл. Окей, босс. Теперь показывает пинг 101, да? Это пинг же, правильно? Я же шарю. Разбираюсь. Это какой-то, это ЧВК? Или это бот? Давай за ним проследуем. Мужики. Не мужики. Никто не хочет со мной разговаривать. Все дикие, я так понимаю. Да. ЧВК в броне, так... Ух, блять. В броне, я так понимаю, бегают. У них вряд ли будет такая одежка. Давай все лутать, я не знаю. Это чё? Ну чё? Папандос вам тут всем, залётные. Опа. Молодой человек лежит. Хоть какое-то оружие будет. Сука, ёпнули нашего. Ещё. Броня.
А ну, открыть. Потом бегать. Я говорю, всех будем убивать. Они тут бегают, как не знаю кто. Я хочу найти какого-то чувака и спросить его прям в катке, типа, ну, как играть-то? Они вроде тут на опыте уже бегают, что-то лутают, что-то делают. Давай мешок сложим. Зачем мы под сумок положим сядь? Это что? Изучение. Счетчик. Какой-то счетчик. Ничего. Братан. Что? О, здорово. И это, я первый раз зашел в катку. Можешь объяснить, как отличить ЧВК, типа, вот, дикого? Братан. Это просто пиздец, братан. Это нужен опыт. Я, ты это сначала я не понял. Стреляй, когда... Когда по тебе буду хуярить, значит, ты ЧВК запоминаешь, как эти гниды выглядят. Только так не сможешь, а вообще они выглядят как бомжи все. Ну типа смотри, вот это дефолтный с белым мопсик, его видно сразу издалека. Так, кто это? Сейчас. С белым мопсик, короче, новичок. Типичный парков. Ага, ага. А вот это вот второй выпаляется. А, вот это дикий, видишь, в джинсах в основном только дикие бомжи ходят. Понял. Так, да, пошли дальше посмотрим, поищем. Вот там точно с белым этот дикий стоит, не с белым. А еще смотри, так как я крутой в среди диких, я могу вот так вот сделать. Ага. Все, это мой кентик. Вау. Потом подкачаешь, ты точно можешь звать с собой. Это точно, короче, этот дикий. Это я тебе клянусь жопой. Можешь еще по фразам определять. Также, короче, дефолтная штука, самая обычная, у всех диких нету повязок на руке на правой. А у ЧВКшников обосранных есть, так что можешь по повязке еще смотреть. Сейчас здесь суицидий, по-любому кто-то умер, можно здесь поискать. Ну а ты сколько уже играешь? Сейчас скажу. Ну у меня 30 часов всего лишь, не типа. А, ну нормально, хорош. А так попил вас вчера, я заменю. Так, а вообще новичку какую карту лучше, типа, задрачивать? А, играй таможню, попробуем. Вообще, типа, если хочешь бабок поднять чисто, чтобы быть таким модненьким, крутым, то играешь маяк, там, типа, можешь посмотреть кучу гайдов всяких на ютубе есть. Всякие бомжи. Да я патры, хочу прям на себе все прочувствовать, типа, просто такие аспекты прям типичные вот спрашиваю, чтобы понять вообще, что и как. Хочу на себе прям все понять, без ютуба, без всего. Как тебе сказать, сам ты буквально половину не поймешь, но типа, чтобы чисто побегать, посмотреть, говорю, начинай с гайдов, типа, понять точки интереса основные, потому что, типа, точки нужно знать. А второе, что тебе нужно, это, говорю, таможня. Таможня, чтобы просто примерно понимать локацию, дистанцию какую-то, там, не знаю, посмотреть. Угу, понял, понял, спасибо. Сейчас у меня тут еще таймер. Ебать, он красиво лежит. Че, это сайга? Не, сайгу нам не надо. Еще, короче, для тебя лайфхак такой, Tarkov Help, знаешь, что это? Да-да-да. Ну все, тогда хорош. Так, а выходы основные где? Выходы, короче, за диких, за ЧВКшников там половина с ключом, за половина практически все. А за человек, за диких, ну, как бы, классические группы номер 3, вон там выйдет. Думаю, знаешь. Типа там опять геймплей приветствуется, типа все на выходах, все это. А куда знаешь, у меня первая катка, алё? А, понял. Я думал, что на ютубе смотрел. Сейчас 5 сек. А, не обновилось. Ну, короче, вот это ворота номер 3, там типа можно сидеть, пердеть и тоже выходить там, покажу. Потом дальше идем. Короче, это окна офиса, выглядит наверху, ну типа здесь тяжело потеряться, но типа пошли дальше, покажу. Кстати, вот тебе сразу маленькая фишка, вот здесь на полочках иногда спавнится вкусная штука, может не дрейфить. Сейчас не знаю, не фартанули. Да ебать, ну пусти ты, что ты? Пошли дальше. Бля, какой на опыте, чувак, я еле-еле успеваю.
И все, и вот здесь вот последний выход. Вот этот вот, вот бункер на двери. А, понял, понял. Вот, все, по факту здесь больше выходов нету. А если за ЧВКшником, то ты нужно ключ от завода. А без ключа какой-то выход есть? Самый дефолтный. Я сам первый показывал, красные ворота. Сейчас покажу. Не, блять, стой! Нихуя, нихуя не нашел. Ой-ой-ой. Сука, пусти. О, бежим. Вот это, короче, залупа. Только сюда аккуратно заходи сюда, потому что здесь в основном крысы сидят. Типа за синим контейнером. А вот вообще крыс в Таркове много? Ну, на заводе прилично. А вообще, типа, папич геймплей, когда ты сидишь за контейнером, дрочишь хуй и потом убиваешь, типа, улетаешь его, это нормальная тема. И, типа, файты в основном, типа, не как эти киберспортсмены, которые на Твиче стримят, так что они там влетают, и ебаник бьют. Тут, в основном, типа, все сидят, да, подрачиваются яйца, дрочат, пока кто-то не пикит лишнее, и все. Понял, понял. Ну все тогда, спасибо тебе. Да тебе удачи. Учись, братанчик. Ебать, смех в тему был. Это подожди, ты еще не слышал, мы там слова чечетку, там вообще пиздец. А, ну кстати, два раза Y нажмешь, это выбор фраз для попиздеть. F1 два раза. Ой, два раза нажмешь, это короче какая-то фраза. Давай, мочи! Типа два раза F1 это что-то орет, F1 просто, типа, просто какая-то фразочка. Особенно вон тот паренек в белом, красава, блин. Нормально, нормально, живем, пацаны. А, да, кстати, фразочки диких отличаются от фраз челиков, так что можешь еще за счет этого. А, ну еще, в принципе, ну дикие, как бы, они на то и дикие, они выглядят как бомжи, а если увидишь кого-то залупишь, а там, не знаю, с каким-то топ-ганом, ну понятно, то, что это челок, но, правда, не всегда бывает такое, потому что я там в офисах тоже убивал каких-то жестких типов. Понял. Ну ладно тогда, спасибо, ну, тебе, да. Еще раз пойду на выход, чтобы изучать дальше. Ага. Пожалуйста, не будь той самой крысой, которая видит на диком вкусный лут и его захуярят. Пожалуйста, будь тем, кто терпимо, кто будет болеть этого братанчика, который смог вынести все, блядь. Я надеюсь, ты станешь хорошим игроком в Тарков. Давай, удачи, братанчик. Давай, спасибо. Сейчас просто меня в спину смотрит, убивает. Вот смешно будет. Зато мы знаем теперь основные выходы. Чувак добрый попался, и мне кажется, здесь типа все тарковчане такие. Не знаю. Будем надеяться, что все. Первый раз вышел с катки. За все игры. Прикольно, прикольно. Потап трехмерный. Блять, 2D-тянка. Время рейда 10 минут, 1630 опыта. Убийства нету, но я никого не встретил, кроме своих же чуваков. Так, надо с этого все снять, я так понимаю, потому что нам дадут нового дикого дикуса. Ну нормально, первая катка, считай, познакомились уже. Побегали. Что-то даже залутали. Разгрузку, я думаю, с магазами прям можно снять. Так же, как и рюкзак. Нож, я не знаю, нужен, нет. Ну и ладно. Далее. Добыча. КМ пройдено почти один. 5 тел обыскано. Оружие найдено. Это все понятно. Так, ну я считаю, это успех. Это хорошо. Давай попробуем еще раз за дикуса. Мы же можем. Нет, 30 минут надо ждать. Давай за ЧВК пойдем. Надо его снарядить тогда в чё-то. А давай сразу вот что с дикого сняли, то и оденем. Да? Ну, погнали. Дверку могу открыть? Могу. Там, наверное, меня уже ждет кто-то. Ебать. Поиграли. В общем, не повезло мне сегодня выиграть, не повезло победить. И вообще, типа, ну, разобраться нормально в игре. Ну, в принципе, за одну серию это и не должно было быть так. Вот, если тебе понравилось видео, ставь лайк. Если хочешь продолжение, то вообще пиши комментарий. Говори, надо ли оно тебе. И вообще, стоит ли такое выпускать на канал. Не знаю, в общем, жду ответной реакции. Ну, а с тобой был Никитусик, Жаркий Носик. Поэтому всем пока. Get high so I can get low. I'm Jack Sparrow when I smoke, go. Any way that the wind blow, they know
помогаря.